12 мая в IT-лицее КФУ состоялась встреча юных учеников и Николая Андреева, преподавателя математики Московского университета. Лекция, признанного обществом ученого, носила познавательный характер. Поднимите руку, кому хоть раз в жизни понадобилась теорема Пифагора. Зачем? Давай задачу. Ученики лицея увидели презентацию, где отображались математические постулаты. Здесь они своими глазами видели суть того, о чем рассказывал ученый. Более того, Николай с помощью подручных предметов подробно объяснял теоретические моменты. Юные лицеисты узнали новые о теореме Пифагора, площадях геометрических фигур и подобных вещах. Обычно люди, которые приходят к нам в лицей, это профессора, академики или студенты различных вузов. Ученики лицея считают это мероприятие познавательным для себя. Мнение компетентного ученого всегда поможет разобраться в сложностях изучаемой науки и расширить объем знаний. Влада Крайнова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.